Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам, предоставленным ФСБ России, по факту дачи взятки директору муниципального учреждения по вопросам похоронного дела. Следствием установлено, что 6 октября 2020 года обвиняемый через посредника, неосведомленного о его преступном умысле, путем безналичного банковского перевода денежных средств на банковскую карту, находящуюся в пользовании директора учреждения, передал последнему, участвующему в оперативно-розыскных мероприятиях, взятку в виде денег в крупном размере в сумме 200 тысяч рублей за попустительство по службе в отношении знакомого работника учреждения, непринятие каких-либо мер в отношении лиц незаконно осуществляющих торговлю цветами около кладбища, а также непринятие каких-либо мер по ограничению безвозмездного пользования обвиняемым и подконтрольным ему лицам нежилым строением, закрепленным на праве оперативного управления за учреждением. По материалам оперативно-розыскной деятельности, предоставленным Службой экономической безопасности ФСБ России и УФСБ России по Тверской области, проведены совместные мероприятия и неотложные следственные действия, в том числе с участием сотрудников Росгвардии, позволившие задержать фигуранта этого уголовного дела. По уголовному делу проведено свыше 20 обысков, в том числе по месту жительства обвиняемого, подконтрольных предприятиях, а также круга его общения. Изъяты предметы и документация, представляющие интерес для следствия и содержащие сведения об обстоятельствах совершения преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.